Раз три семерки. Это сервер с хорошим набором плагинов. Карта Баран для слабых ПК. Ускоренные печи. Рейты X3, X4. Активная администрация. Вайпы раз в 7 дней. Серверы без лагов. А также для всех моих подписчиков добавили промокод Бонни, который дает баланс в магазине сервера в 50 рублей. Заинтересован? Тогда заходи на раз три семерки. Все ссылки в описании, бро. Предыдущей серии. Йоу, бро. Подожди. Готов. Сука. Это не то. Тихо, тихо. Я знаю, знаю. Минус он. Я минус. Минус он! Минус он! Все! Сейчас! Вот это кто бежит, бинтуз? Враг! Попал! Попал! Сука же. Прямо напротив дома у нас. Турель. Ну Турель сейчас выйдет. Турель. Все, труп. Труп? Рекордс? Да. Рекордс, только не лутай его. Не-не-не, я хочу посмотреть никого. Сам такой глазом тырит его этот инвентарь. Только не Ник хочу говорит. Посмотреть. Е-мать! Че, есть че? Да ладно! Загляните. Лутальчик. Сульфура, правда, мало, но... Камни и железо. Пойдет. Камень забираю, железо так, забираю. Добирайте, ребят, нет места. Вот это мы его загнали. Спасибо, братан. Адекват. Mm-hmm. Я живой. Да. В доме в нашем. Да. Ну, видишь, застроено. А что именно? А, вижу. Все застроено, он там все застроил, ты выйти из дома не сможешь. А почему не убил? Не знаю. Ему, наверное, похуй было. Да он чё им всем надо-то, блядь, от нашего дома? Я не понимаю, чё все доколупались-то до него? Как ты сказал, Зоя? Меня убивал все время один, я больше никого не слышал, только одного. В смысле, целую базу зарезил один человек? Я шатал. Такой зашквар, вот. И нычку нашел, да, этот человек? Ну-ка, сейчас попробуем. Он взрывал именно нычку при мне. Я уже зашел, он, короче, вход свой, короче, вклебал, там, еще что-то. Нахера два дня подряд-то, алло, только одних пидоров наказали, здесь другие пришли. Ну, я хоть на крышу вышел, уже радует. Ну и странно, кстати говоря, как мастер интересует. Ты знал, где он делал нычку, да? Да. Она была что, ношная какая-то или что? Он ее выбил снаружи, со стороны печки. В смысле? Ракетами? Прям всадил в нее? Да. О, я еще и жив остался, отлично. Да, все, короче, плохо. Ну-ка, сейчас пойду проверю. Да, что тяжко? Мы вчера целый день крабили на это. Ва! Сука. Так, подожди-ка. Выписал со шкафа, авторизовался. И у меня привилегия-то. Я сдох. Отлично. Но я успел авторизоваться. С какого шкафа? Основного. На первом этаже? Мы снова, можем вернуть дом. А у тебя спальник там есть? Я что-то не хочу его возвращать, блядь. Так, столько ладно, сейчас буквально 5 сек. Мне надо вклепать себе 100 грамм и выкурить пачку сигарет. Сейчас подойду. Ой, многострадальный наш дом. Сука, и заходишь в 5:30 утра, и ты все равно зарежен. Когда ж они, сука, рейдят-то? Когда они время-то именно выбирают? Да он вечером еще начал. Он еще вечером где-то в часов 10, вот так вот. А наши где были? Подожди. Не было что-то никого? Часов 12 я зашел. Я когда зашел, короче... А, я же в своей времянке был. Я не знал, что там что-то делают, короче. И это... Здесь ходил, короче, лутал. Потом меня тут
что ли кто-то убил, то ли чё. Я зарезался там в доме и пытался, короче, выйти. И херца, там уже вход был наш застроен. Ну вот, угу. Зацени лут, то, что я там подналутал. А дрос тут что делает? Ну, он вдвоем мы пытались что-то, но там вообще без вариантов, у нас шкафов вообще не было, и доступа к ним тоже не было. Ага, серый 4000, красава. Порох. И бинокль, отлично. Бинокль плюсом еще один. Бинокль дрозд нашел, да. Тебе надо мясо? А, у тебя есть все? Вон, в холодильнике. Ну, я закидывал кукурузу туда. Угу. Я собирал. Так, ладно, значит, надо крафтить стол, ставить его, два стула, и будем обсуждать план действий. Да, ну, так очень. Один человек вдолбал чисто в нычку, забрал весь лут и ушел. Ни разу не подозрительно. Адекват, у меня лучший план. На, смотри. Скидываю. В пустыне, что ли? Нет. Смотри, куда я смотрю. Повернись. И посмотри по карте, что там. Чё Харбор? Ешь? Остров. Остров. Ты видишь, там остров. Пойдем чекнем его. Остров. Ух ты. Сейчас подожди. Я хочу, сука, остров. У меня более гигантизм напал. Я хочу захватить целый остров. Ну так у нас сколько дней? Осталось? Неделя? Ну, 6 дней. Давай сплаваем, посмотрим. Ну, сплавать можно. Ну, чисто глянем. Вот он, смотри. Там дерева очень много. Это очень ценный остров. Это главная важная стратегическая точка. Там будем с тобой делать коварные планы по захвату севера. Я уже иду в остров мой. Так это... да. Аресов там. Прикинь, плавать каждый раз зарез. Ну, насколько здесь глубоко? Ну, тут не глубоко совсем. Можно сделать грандиозный мост. Кто будет делать? Минус 30, блядь. Мы тут умирать каждый раз будем. Хочу заглянуть на остров. Подожди, это все издержки сурвайвала. Броню сними. Да, минус 30. Минус 27. Да, теплее стало на 3 градуса. Ну так теплее же. Целый остров дерева. Ты где-нибудь такое видел? Ну, можно застроиться деревянным забором. Я там вижу. И причем можно его застроить деревянным забором, который будет стоять в воде. Поэтому с огнемета эту штуку не выпалишь, если ты не будешь зажимать. 9 секунд. Тут даже сульфурный камень есть. Что, ты сейчас думаешь о том, что я ебанутый? Угу. Спасибо. Это комплимент. Всего голову, блядь. Херово быть моим тиммейтом. Ну что, у меня, в принципе, 60 хп. Пойдем, по крайней мере, обследуем. Пускай костер горит. Броня нам здесь не нужна сейчас. 7 хп. Пошли. А, вот башня, да, какая-то стоит. Там вон еще какая-то херота. Два сульфурных камня, прикинь. Мы не зря сюда плыли. 83 да. хп. И причем армированная, слышь, тут херня. Второе зарейженное, ну короче, сгнило походу. Да, сгнило. Да, 126 хп. Видишь, остров, на этом точка. Мы можем эту херню попробовать зарейдить с тобой. У тебя там достаточно пороха. Подожди, стой, я не понимаю, где вход. Можно. Ну, центр-то у него квадрат. Вход вон наверху, на третьем. Ну, это какой-то жесткий вход. Так, но 83. Он-то нам не нужен, но, понимаешь, 83. Лут будет по центру. И шкаф будет по центру. Кстати, шкаф. Ну-ка, проверим. О! Лол. О! На этот раз ты со шкафом затащил. О, там тело кровать, спит. Кровать, тело. Здорово. Аранусиек. Пустой. Сука. У него же есть люки. Так, вот же гондон. Смотри. О, что? Тут что-то пизда какая-то пустая. Смотри. Подожди. Спрыгнуть? Нет. Почему? У тебя веревок нет? Нет. Скрафтить шкаф туда поставить? Давай, да. Делай. Я полетел. Сейчас. Понял. Какой Привет. Шкаф? Зачем я поверил тебе? Какой шкаф? Что? У тебя шкаф что, под 3 метра, что ли? А что такое? Ну ладно. Упал еще ниже. Подожди, братан. У него, короче, походу, лутовые, слышь, это, первый этаж. Да. Здесь 3 двери, двойные.
А у него на первом этаже есть вход? Правильно, нет. У него здесь весь лут. И что-то я вижу, подожди. Это что-то... Это рука. Это рука медведя. Это лапа медведя. Это когтистая лапа медведя. Ковер? Да. Там лут. Адекват. Когтистый ковер. Адекват. Сейчас, сейчас. Не надо кидаться. Ты меня вытаскиваешь? Не, нет, ты меня вытаскиваешь, короче, и рейдим эту штуку. Я тебе отвечаю, походу здесь нормально будет что-то. Одинокая башня. Башня призрака. О, точно. Ну, правда, конечно, слишком чести много для такого названия серии. Потому что там лежит какое-то голое дно. Так, все, значит, наш план захват работает. Пошли с тобой крафтить сихи эти. И возвращаемся. Так, на всякий случай я лишу его дома, адекват. Ну что, все, 12 сих у меня готово. Пойдем сейчас или рассвета будем ждать? Потому что сейчас вечереет. Да пошли сейчас. Ну что, надеемся, ну, блин, ну, на что тут надеяться в этой вот маленькой штучке? Но будем надеяться все равно. 2 часа крафта реально этих бобсов, я думаю, они ушли не зря. Я хочу в это верить. Так. А, ну ты красавчик, где шкаф поставил? А ты не мог его повыше поставить? Нет? Ну ладно, накидываю. Адекватно не ходи. Все, все, понял. Все. Представляешь, антирейдеры пойдут на остров. Кажется, они приплывут, и мы потычки им сделаем, и они умрут. Угу. Нет! Воу! Слышь, это вообще так жестко. Вот если она там бомбанет сразу, это вообще смерть. А спальников тут нету. Я положу тебе спальник. Ага, хорошо. Быть. Окей. Так, последнее. Ага, забрал. Ух ты, сука, прикинь, рожу оторвало. Так. Да, и что? Дверь. Нихера. Это вход ссаный. Это не может быть входом. А, его же не было, да. Но там свет. Адекват, у этого дома был вход? Там улица? Нет. А, это третий этаж. Или какой там, да? Это третий этаж. Ну вот, это не низ самый. Да так, ладно. Ладно. Теперь, стой, давай думать дальше. Полки, все, это лут. Уходи. Уходи. Взорву тебя. Это была угроза. Так. Опять перепутал с ящиками дверь, да? Как обычно. Я ж тебе говорил, квадратную первую надо. Угу. Это вот эта квадратная? Ну, да ладно. Да, а еще я говорил, пристройку надо разбить. Угу. И вот это лут. Класс. Хочешь еще? Подожди-ка. Ну, я увидел полки. Я не мог разглядеть, что именно ящики. Там дверь еще одна идет. Что за херня? Да кидай хули делать. Ну что, мы 2 часа зря, что ли, крафтили? Давай в минус, так в минус. Ну, ни хера себе. Сходи, ну, проверь. Так, а там должно быть 1050 сульфура. Ага, еще дверь. Классно, тебе нравится? Да, мы окупились. Ну вот и отлично. Ставь лестницу, уходим. Эту башню себе заберем. А думаешь, у него внизу там нету? А, хотя, в принципе, как бы... Как там? Он, да, железо бы колупал себе. Так ставь, говорю, лестницу. Так там точно нету? Может, там маленький ящик? А давай еще сделаем 8 сих. Еще же вверх надо взорвать. Треугольник там непонятный. Я предлагаю забить на него. Окей. Так что, тогда приступаем к плану. Ну так что, ты не можешь построить или что? Дерево у тебя есть? Ты вообще шибанутый? Ты пошел сюда без дерева? Нахера ты стрелял в эту штуку тогда? Не знаю. Давай, иди. Это же эпичный рейд. Сука, блядь.
Эпичный рейд у него тут. Мы только что прохерачили 12 сих. Бля. Я это понимаю, у меня уже мозги отказывают. Поверить в это, да? Что мы не окупились. Я не могу в это померить. 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 Я не могу это померить, блядь. Вот, ребята, что значит неподставные рейды. Мы зарейдили просто двери. Мы молодцы, мы в плюсе. Знаешь, адекват, это надо носить, когда, короче, фейловый рейд, ты обязан целый день ходить вот этому дерьме, как нубло. То есть мы должны целый день ходить теперь, да? Ну да, наш новый антихэд, поздравляю. А если ты еще раз зафейлился, ты одеваешь сетчатую херню. Ну ты понял, которая бабская. А что, не пидорскую? Какую пидорскую? Ее не существует. Черную балаклаву-то. А, сосальщицу? Да. Ну так ты ж уже не можешь переодеть, у тебя фейл, ты уже одел эту херню. Но ты можешь на сосальщицу переоделаться. Да? Спасибо. Так, короче, адекват, у меня план такой. Я беру дерево, вот, беру металл и приступаю к постройке моста. Окей? Ну, ты решил все-таки остров. Ну да. Ты все еще меня не поддерживаешь? Ну, это твой план, капкан. Я-то что? Я пойду лутать. Надо большую печку тупо загрузить на металл, что металл долго гнить будет. Все, я начал возведение моста.
Ну, в принципе, все. Мост закончен. Я просто планирую ему сделать двухэтажка, ну, чтобы подниматься не понизу идти, по воде там шлепать, а сверху идти. Это типа ты свай вбил? Ну, как бы да. Прикольно.